В отелях Турции ввели новые ограничения, под запрет попали праздничные развлекательные программы. Это следует из циркуляра МВД Турции о порядке проведения Нового года для туристов в отелях, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров АТО. Согласно документу, под ограничения попадает само празднование Нового года в отелях и принадлежащих им ресторанах, любые развлекательные программы с музыкой и танцами, а также реклама туров с новогодними вечеринками и призывы провести праздник в каком-либо отеле. Кроме того, в отелях запрещена любая музыка после 22 часов, а также скопление людей как в самих гостиницах, так и в отельных ресторанах. В случае, если новогодний ужин уже был оплачен, представители турецких отелей пообещали туристам вернуть деньги. Это можно будет сделать напрямую или через туроператора. Отмечается, что подробности процедуры возврата средств станут известны в ближайшие дни. Ранее издание Daily Saba сообщило, что туристы и приезжие из других регионов, массово хлынувшие на курорты Турции во время пандемии коронавируса, стали проблемой для местных властей и жителей. По словам мэра Бодрума Ахмета Араса, местная инфраструктура перестает справляться с населением, которое возросло в несколько раз за счет приезжих. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.